Всем привет! Сейчас я вам расскажу про самый клевый мультик «Зверополис 2». В мире Зверополиса люди так и не появились. А значит, Зверополис — это продвинутая цивилизация, которую построили животные. Сегодня мы обсудим, кто может стать главным злодеем во второй части. Дорогу! Докладывает Макрок! Вижу злоумышленника! Я первая! Он мой! Я уже преследую! Первый кандидат в антагонисты, который обсуждает весь интернет, это певица Газели. Я Газели. Добро пожаловать в Зверополис. Второй вариант – это мисс Барашкис, которая будет мстить за свой провал. Так близко еще не подходил к овцу. Слушай, да хватит ее уже трогать. Не удержаться. Лапы. А какой адрес? Третий в нашем списке – мистер Биг. Он давно мечтает захватить контроль над всем Зверополисом. Так надо, Бамбин, папе пришлось. Четвертым злодеем может стать сам Ник Уайлд, который перейдет на сторону зла и снова начнет заниматься криминалом. Вы арестованы. За что? Зайку обидел. Пятый вариант, который для меня является самым правдоподобным, это совершенно новый злодей, которого мы еще не видели в первой части Зверополиса. Обязательно напишите в комментарии о том, кто, по вашему мнению, будет злодеем во второй части Зверополиса. А еще, нажмите на восклицательный знак, который находится в верхней правой части экрана, и проголосуйте за понравившегося вам злодея. На этом все. Не забудьте подписаться на наш канал с клевыми фильмами. Всем удачи. Всем пока.